Прогуляемся по центру Иерусалима на машине с песнями. Молодец. אני יודע, חמישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ, חמישה, אני יודע, חמישה, אני יודע, אני יודע, אני יודע. חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, 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 לגינו, שבשמיים ובארץ, חמישה, אני יודע, חמישה, אני יודע, חמישה, אני יודע, תודה. מתי כבר יהיה גן? עוד שבוע. לא. רוצה לחזור כבר לגן? כן. למה? ככה. Сейчас мы едем в самый центр Иерусалима. Как эта улица называется, Эль? Я не знаю. Это просто по дороге к стене плача, к старому городу. Угу. Да, это по дороге к стене плача в центре. Я вам делаю съемку из окна авто. А внучка моя поет. Вот эту стену уже старого города. Как раз по дороге к стене плача. Сейчас будут очень красивые места. В центре, как всегда, пробки. Много машин. Вот это как раз начинается дорога, которая ведет к стене плача. Вот за этими башенками. Много транспорта в центре. А мы сейчас едем в Луна-парк. Аба, это лето байт Луна-парк. Аба, нахон, ша ло авар надира, айну бабайт аяшан, а Луна-парк ая каро в... Как красиво в центре. Вот она дорога, которая ведет к стене плача. В старый город. Вот здесь такие высокие пальмы. Да, да. Вот такая прогулочка на автомобиле у нас. Макета.